Зеленая, я помогу. Нет, я. У тебя от тяжести глазурь разойдется. Он упал, я к нему подхожу и в шоке. У него на шее вот здесь GPRS. Соберитесь, встречают по глазури. Ребят, да какой тетерев? Нифига. Конфеты вам дам. Автограф-сессию устроим позже. Я думала, вы не настоящие. Да, внутри меня сидит карлик, а этот вообще на радиоуправлении. И зачем вы к нам? Трое ждания нашей любви. Надеюсь, это будет не шалаш. Это в его стиле. Романтика без удобств. Ну, добро пожаловать. Будьте как дома. Проходите, пожалуйста. Оставайтесь, конечно. Это он. Ну, мальчики, рассказывайте, что у вас происходит. Этот предатель хочет увести у меня девушку. Это ты хочешь увести у меня девушку. Такие страсти между конфетами. Мы что, не люди, что ли? Это точно, Орехо Сапиенс. Тогда, может, кто-нибудь уступит зеленую? Я не место в троллейбусе, чтобы меня уступать. И сама решу, стоит ли мне вообще с кем-то быть. Ты не поможешь мне кое с чем? Конечно. Слушай, ну а с этими-то что? Сами перезагрузятся. Ты такая конфетка. Рядом с тобой должен быть кто-то яркий. Я! Самый яркий я! Ну, мой цвет насыщеннее. Бить себя в глазурь каждый может. А я докажу, что я... Я достоин быть зеленым. Хм, интересно, как? С помощью голосования. Внутри каждой пачки есть код. Его нужно отправить по СМС. Или зарегистрировать на сайте www.mmslove.ru. Это и будет голос за одного из нас. Во времена дуэлей такие дела решались проще. Я больше голосов наберу. Нет, я. Это что такое? А, это футболочка я получил. Законы. Я не понял, что шумите тут. Да все. Из-за голосов на сайте. Вы же сюда не за голоса пришли бороться, а за любовь. Я в этих делах совсем желтый. Как и в остальных. Красный хорош. Ладно, шушукайтесь, желтопузые. Ты же в одноклассниках за зеленую ухаживал. Да, цветы ей дарил и подарки. Так вот, я тебе скажу, тут то же самое, только без мышки и Клавы. Клава? Я ее не знаю. Желтый, в общем, даришь зеленые цветы, понял? Цветы. Слушай, прикольно, ты цветок зеленый подарил. Я даже проголосовал за тебя. Спасибо. Мне показалось, они чем-то похожи. Похоже, что у тебя нет вкуса. Подарить девушке кактус. Ты знаешь, во всяком случае, это оригинально. А ты вообще сам-то что подарил? Букет роз. Красных, как сами знаете кто. Как рак? Чего? Тихо, тихо, сладенький, успокойтесь. Пригласите ее на свидание. Да, это было бы классно. Мы уже как-то покатались на лодке. Кто ходит втроем на свидание? Может быть, вам ее по отдельности пригласить? Я первый! Нет, я! Нет, я! Зеленая! Ребята, мне, в общем... О, как его? Помогите, а? Так я уже всех красных съел. Я тоже красных всех съел. Только не ешьте зеленые. Не переживай. Ай, ну что у тебя, рассказывай. Я хочу спеть зеленую серенаду. От, молодец. Вот. Молодец. Настоящий, желтый, горячий мужчина. Молодец. Молодец. Пойдем, растопишь ее шоколадное сердце. С ним на свидание не ходи. У него кусок арахиса в груди. Желтый, а мы тут про тебя поем. Желтый, ты куда? Ай, желтый опережает меня по голосам. А я проголосовал за тебя. Спасибо. Все это ради моей зеленой конфетки. Ну как может вообще зеленый? Все в шоколаде.
зеленая ждет меня внизу. Поедем с ней на романтическое свидание. Только бы кусок арахиса не догадался. Ну давай, иди к ней, я сдержу. Давай, давай. Что, желтый? Если это ты, то я из тебя орех вытрясу. А где красный? Он передумал. Красный? Шеф-повар красный. Давай, проходи, пока ты мне все не опрокинул. Я хочу устроить зеленый романтический ужин. Со свечами? Угу. Мне кажется, пора вызывать пожарных. Красный. В любом случае, ужин готовлю я. А у меня уже все готово. А мы тебе ужин готовим. Какая необычная сервировка. Зеленая, я бы на твоем месте вот даже чаевых им не дал бы. Зеленая, но я смотрю, ты прям цветешь. Ну, за мной так ухаживают. Твои сладенькие мальчики? Но почему тогда ты не строишь отношения? Они такие несерьезные. Уверена, они и сейчас подслушивают у двери. Они оба мне симпатичны, но все это как-то затянулось. Вот и я про то же. Сейчас закончится голосование, и тебе останется только выбрать. Да, я благодарна всем, кто участвовал, но хочу устроить им еще одну проверочку. Как интересно, и какую же? Не могу сказать. Ну, хоть примерно. Пусть это будет сюрприз. Кого она выберет? Какой-то приз. Ну, скажи, кого ты выбрала? Не знаю, мне кажется, красный тебя полнит. А с желтым придется смеяться над его же шутками. Ну где вы там все уже заждались? Пойдемте уже. Зеленые тени смотрятся не слишком вызывающе. Наконец-то зеленый сегодня сделает свой выбор. Да, вы трясите. Трясутся. Зеленка как раз тебя ждет. Мальчики, мы все так ждали этого момента. И вот, наконец, я могу объявить имя победителя, который купит мне шубу, колье и колечко с бриллиантом, свозит на Лазурный берег, подарит зеленый кабриолет, квартиру в центре, яхту и виллу на берегу теплого океана. Купили! Да, все женщины одинаковые. Ага, даже если они конфеты. Значит, вот так покидаешь нас? Да, меня ждут дела. А как же красный и желтый? Ну, любовный треугольник я разбила и надеюсь, что они помирятся. Будешь строить отношения за периметром? Возможно. Моему вкусу сложно угодить. Ну что же, тогда прощай. И мы счастливы! Что делаешь? Это для красного. Скоро увидите в интернете. Но вы же в ссоре. Пока что в ссоре. Ну-ну. Грусть безмерна, если друга рядом нет. Сердце скверно, нет в прихожей белых кед, и, наверное, ничего печальней нет. Повсюду видеть твой след. Давай опять дуэтом, только красный и желтый спою об этом. Хоть сто раз я не гордый, друзьям ответом в разлуке нелегко. Покажем нам обоим большую услугу, скорее раскроем навстречу друг другу объятья широко. Лишь снаружи, а внутри покоя нет. Срочно нужно нам собраться тет-а-тет. Скажем дружно, нету в жизни больше бед, чем от зеленых конфет. Давай опять дуэтом, только красный и желтый, спою об этом. Хоть сто раз я не гордый, друзья.
всем отпетым в разлуке нелегко. Окажем нам обоим большую услугу, скорее раскроем навстречу друг другу объятья широко. Объятья широко. Красный. Давай без нежностей. Слушай, Красный, я сейчас тебе такое покажу. Удивить говорящую конфету? Смело. Давай опять дуэтом. Смотри. Что это? Красный и желтый, спою об этом. Хоть сто раз я не гордый, друзьям ответом. В разлуке нелегко. Окажем нам обоим большую услугу. Скорей раскроем навстречу друг другу объятья широко. Он... никогда не умел танцевать. У тебя есть как раз последний шанс, чтобы об этом сказать. Он собирает свои вещи. Желтый! Что? Научишь меня паре движений. Красный. Не прям сейчас. Спасибо вашему дому, но нам с другом пора. Пока! Пока! Рады были с вами познакомиться.